Узрепорт ТВ и Паралимпийский комитет Узбекистана заключили договор о сотрудничестве. Согласно документу, телеканалу предоставляются эксклюзивные медиа и коммерческие права. Также, как мы сообщали ранее, телезрители смогут наблюдать за Паралимпийскими играми, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио в прямом эфире на телеканале Узрепорт ТВ. Итак, теперь на нашем телеканале будут транслироваться не только Паралимпиады или другие крупные турниры, но и местные соревнования. Ведь согласно договору, сотрудничество предусмотрено до 2031 года. Каждые достижения параспортсменов будут широко освещаться в новостных выпусках. Мотивацией послужат и видеоролики. Одним словом, Узрепорт ТВ приложит все усилия, чтобы обеспечить нашим спортсменам, участвующим в этих соревнованиях, поддержку и зрительское внимание соотечественников. Ведь паралимпийский спорт и наши совместные усилия могут стать отличным проводником на пути создания более инклюзивного сообщества в нашей стране. Наша основная цель и причина – Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября, а также процесс других соревнований. Теперь выступления наших спортсменов будут легко доступны для телезрителей благодаря трансляциям на телеканале «Узрепорт», который, согласно договору, получает эксклюзивные права на освещение этих событий. Впервые в истории Узбекистана Паралимпийские игры будут транслироваться в прямом эфире. До этого, например, Паралимпиада 2008 года в Пекине, игры 2012 года в Лондоне, а также Паралимпиада в Рио 2016. Ни у кого не было такой возможности, поэтому сейчас для нас это большая радость. Для справки, на 16-е Паралимпийские игры спортсмены Узбекистана заполучили 55 лицензий. Они выступят в таких видах спорта, как парастрельба, параканое, параплавание, прыжки в длину и высоту, метание ядра, копья, паратэквондо и другие. Напомним, что на Паралимпийских играх в Рио в 2016 году сборная Узбекистана завоевала 8 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых медалей, всего 31 медаль, заняв 15-е место в общекомандном зачете. По данным Международного паралимпийского комитета, на Паралимпийских играх в Токио будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. Ожидается, что в играх примут участие более 4400 спортсменов, включая 1756 женщин, а это рекордное число за всю историю проведения игр. Соревнования обещают быть крайне интересными и зрелищными, поэтому оставайтесь на нашем телеканале. Будем следить за ходом событий и болеть за наших соотечественников все вместе.